Дмитрий Тарасов давно прославился своей любовью к дорогим иномаркам. Футболист не первый год ездит за рулем черного Гелендвагена, а также дарит машины Мерседес своим женам. Несколько лет назад хозяйкой белоснежного Мерса была Ольга Бузова, однако после развода футболист отобрал автомобиль у телеведущей и, по слухам, передарил его новой избраннице, Насте Костенко. Впрочем, вернувшийся подарок не принес ему счастья. Прошлым летом стало известно, что спортсмен заложил две машины, одна из которых принадлежала когда-то его экс-супруге. Несмотря на явные финансовые проблемы и наличие многомиллионной задолженности по алиментам, Дмитрий продолжает жить на широкую ногу. Накануне игрок «Локомотива» приобрел новенький Гелендваген в одном из московских салонов, правда, сделал это в кредит. Тарасов вчера оформил новый гелик в кредит. «Выглядит хорошо, но на понтах, весь салон от него шарахался», — рассказал очевидец. Примечательно, что, пока Тарасов покупает себе и своей семье дорогие презенты, его экс-супруга Оксана и дочь Ангелина вот уже почти год пытаются добиться от него выплат по алиментам. Осенью на две дорогостоящие иномарки футболиста даже был наложен обеспечительный арест из-за долгов. Судебные приставы исполнители в рамках задолженности по алиментам вынесли постановление об аресте транспортных средств, рассказывал Сергей Жорин. В социальных сетях футболист постоянно делится с поклонниками семейной идиллии с новой женой Анастасией Костенко и дочерью Миланой, пока его наследница от первого брака живет с матерью и практически не видит отца. Редким встречам, которые прежде случались, Тарасов также посвящал посты в Инстаграм, но мало кто знал правду, которая скрывается за красивой картинкой. Например, не говорил Дмитрий о долге в 15 миллионов и тщетных попытках уменьшить эту сумму в суде. Спортсмен, который по некоторым данным зарабатывает больше 3 миллионов долларов в год, примерно 180 миллионов рублей, всеми силами затягивает процесс и не хочет платить экс-супруге.